Привет. Очень нужное видео. Не знаю, как по мне, так мне нужное. Я зачищаю вот такими дисками зачистными. Короче, они, ну как бы, с завода идут с такими, с тремя выемками большими. Ну нет у меня такого целого, то есть закончились они. Такой диск стоит там что-то от 500 рублей. У нас в городе раньше продавались, там в Леруа они были. Что-то в Леруа Мерлен сейчас нету. Вот, в нете можно найти там от 500 рублей, там что-то 500-600, короче, с выемками. Они зачищают лучше, блин, во много раз, чем вот эти. Это стоит, не знаю, там сколько он, блин, рублей 200, что ли, 150. Короче, он не чистит нифига. Он засаливается, ну и капец. Вот, то есть, по идее, я думаю, если в нем сделать вот такие три выемки, то будет то же самое. Ну, единственное, только может разлететься в голову и все. Вот, здесь сетка обычная. Вроде ничего такого тут космического нету. То есть ни под выемки, ни под нифига. Вообще обычная сетка, как и здесь. То есть, что я полагаю, вот так три выемки сделать, и будет, наверное, такой у нас диск. Сделать, наверное, лучше вот такой, вот таким алмазным отрезанным этим. Сейчас я нарисую их. Посмотрим, что получится. Значит, я приложил старый очистной диск. Вот так вот обвел. Так, расстояние у нас вот от центра до начала, ну, примерно 35 миллиметров, и дальше пошла вот эта фиговина широкая. А здесь у нас примерно 25. Поставил, сейчас зажмем в тиски и будем пробовать обрабатывать. Вонищно, сейчас пылище будет. Ну, вот одну я уже бахнул. Намордник, все, короче, как положено. Затягивать сильно тут не надо, а то он лопнет. Вот так. Что у нас еще тут остается? В принципе, и все. Делов на 3 минуты. Ну, сейчас немножко вот это подровнять, чтобы более-менее отбалансировано все было. Кстати, можно еще отбалансировать, наверное. Ну, такой получается диск. Ну, вот так получилось. Вроде ровно. Теперь берем круглый напильник. Можно без круглого, наверное, напильника. Убираем напряжение, так сказать. Делаем галтель. Без галтели никуда. Все, галтель готова. Что-то здесь вот широко, здесь вроде узко, да? Вот здесь широко очень, здесь поуже. Я думаю, пойдет. Не деталь к самолету. Все, можно пробовать, устанавливать, одевать забрал и смотреть, что произойдет. Разлетится или нет. Так. Сейчас я маску одену. Это страшно. Так, момент истины.
Вернуть надо, надо. Крутится. Крутится. Даже вибрации нет. Смотрим, как оно будет. Вот, по ребру даже фигачит. Так, все нормально. Ну, я считаю, что рабочий вариант. Вот так вот. Такая вот у меня была защита. Потому что без маски было страшно. Короче, не повторять, это очень опасно. Давно я хотел это попробовать, уже не знаю. Года два, наверное, как. То есть вот. Можно из обычного зачистного диска сделать вот такой опасный диск. Но он зачищает в натуре круче, чем ну, обычный вот такой. То есть, ну это фигня, как по мне. Он начинает засаливаться, нифига не чистит. А вот с такими выемками он, блин, офигенно работает. Короче, вот. Ну, опасно, наверное. Но кто не боится, кто балков боятся, в лес не ходите. Вот. Короче, вот так вот. Рабочий варик. Понравился видос? Ставим лайкос, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание.